существующий протест, естественно, положительное явление, но надо идти по нарастающей. Нельзя все время собираться на одни и те же митинги без какой-либо динамики. Один раз выдвинули требования, если их не исполнили, должен быть следующий шаг. Никто не призывает к насилию, но возможны разные формы там, мирной оккупации, которые происходят в Европе, там, в других странах, вполне возможны. Но понятно, что какая может быть роль левых? Левые — это единственная сила, которая сегодня не дискредитировала в борьбе за демократию, которая последовательно даже на уровне протестных структур отставила демократические принципы, пыталась формировать реально горизонтальные структуры, которые строятся действительно снизу. То есть когда люди где-то на местах формируют каких-то делегатов, которые потом их могут представлять. Просто так создан гражданский совет сейчас. Вот. Соответственно, роль левых — последовательно отставить демократические ценности. Сейчас еще не время говорить о какой-то социальной повестке, да, потому что наша цель — это создать все-таки конкурентное пространство демократическое, в котором, в принципе, любые политические силы, да, кроме тех, кто, в принципе, выступает против демократии, могли бы свою повестку представить. Будем надеяться на мирный политический переворот. Левые должны перевести эти протесты с улиц на места. Вместо того, чтобы играть роль прислуги у либералов, мы должны бороться за социальные требования в каждом доме, в каждом вузе, на каждом заводе. Вместо борьбы за невнятные политические требования мы должны бороться за социальные. Я думаю, что люди после этого сильно расстроятся, если выберут Путина. По крайней мере, те, кто сейчас тешит себя надеждами, что выборы будут честными, надежд больше не будет. А там написано то, что древки можно носить деревянными. Мирно, без оружия. Это не оружие. Ребят, вот сейчас подойдет старший, с ним разговаривает. Его можно использовать в качестве оружия. Но в качестве оружия можно использовать ноги. В качестве оружия можно использовать кулаки. В качестве оружия можно использовать сотовый телефон. Левых, собственно говоря, в современном спектре политическом и нет. Потому что если мы вспомним, короче, историю, то, соответственно, лево-право делилось относительно революции. То есть те люди, которые были за революцию, они были левые. Те люди, которые были против революции, они были правые. А на мой взгляд, из-за такой фигни, как выборы, люди не будут выходить на улицы. Это всего лишь повод. Причина этого, на самом деле, как бы лежат гораздо глубже. Это социальная необустроенность, неуверенность в будущем. Народ чувствует то, что он лишен как бы какой-то возможности влиять на ситуацию. Соответственно, решение у этих причин, на мой взгляд, как бы одно. Это прямая демократия, которая может быть внедрена исключительно революционным путем. Самоуправление! Будем уходить, и никто не приходи! Будем уходить, и никто не приходи! Именно левый сегмент протестов сегодня представляет собой движение будущего. Мы уже сейчас видим, что движение не сумело обрести общую платформу. Одна часть движения тянет нас в сторону косметической либерализации режима. Другая часть сосредоточена на ложной повестке национализма. И только левые в этом движении говорят о будущем. Только левые говорят с позиции истории. Только левые говорят с позиции человека. Не человека абстрактного, а человека, который живет, который дышит, который хочет достойного будущего для себя и своих детей. Левые играют одну из самых главных ролей. Левые являются наполнителем социальных лозунгов на данных мероприятиях, так как все остальные от них открещиваются в рамках общегражданского протеста против нечестных выборов. Мы единственная сила, которая заявляет о том, что необходимо социальное равенство, необходимо бесплатное образование и медицина, необходимы не только честные выборы, но и отмена института президентства. Мы прямо и откровенно говорим: долой президентское самодержавие. Мы за коллегиальные органы власти, будь то советы или же Государственная Дума. Неважно, как это будет называться. Важно, чтобы люди могли влиять на тех, кто управляет государством. И главное, чтобы люди этим государством управляли. В качестве избирателя я испорчу свой бюллетень, потому что не вижу смысла голосовать ни за одного из представленных кандидатов. Особенно кандидатов от правых, включая Путина и тех сателлитов, которые там представлены. Я думаю, что 4 марта, день голосования, значительно больше людей выйдут на площади Москвы и других центральных городов России,
и сумеют изменить все не на избирательном участке, а де-факто на улице. Потому что улица сейчас будет решать значительно больше, чем просто опущенный бюллетень в избирательную урну. Я просто картинку нашел. Можно? Комбинация клевая. Разместите, а? Да, ну давайте. Я представляю движение Occupy Moscow. Это часть глобального движения Occupy Wall Street и движения 15 мая испанского. И, в общем, мы пришли на этот митинг за честные выборы, хотя мы прекрасно понимаем, что это достаточно тупиковый путь, потому что сама по себе представительская демократия себя не оправдывает, она больше не работает. Есть очень много групп, много людей, они не могут быть представлены. По сути, вся парламентская работа – это борьба каких-то элит, и реально никак не представляются интересы людей. Мы хотели бы, чтобы элементы прямой демократии наконец появились в нашей жизни, там, где люди могли бы управлять сами как-то своей жизнью. Потому что честные выборы, они не решают всех проблем людей. Как видно, никакой нет ни экономической повестки, также никак не стоит вопрос банковских спекулянтах, о финансовых спекулятивных как бы структурах. На самом деле, в какой-то момент именно экономическая повестка даже выйдет на первый план, потому что кризис никуда не ушел. Известный слоган, да, ведь 1% и 99% у нас то же самое, и ничто. Но никто этим не занимается, не поднимает этот вопрос. В этом большая проблема. Достаточно хотя бы представить понять то, что вместе с нами будут идти такие олигархи, как Прохоров, другие люди, которые наживаются на простых гражданах. Сегодня мы видим действительно массовую мобилизацию, и эта мобилизация тем более интересна, что все-таки холод, все-таки определенная усталость после митингов в декабре была, все-таки большой перерыв. С другой стороны, конечно, понятно, что эта мобилизация массовая, она находится в явной диспропорции с тем руководством, с теми лидерами, с тем направлением, которое пытается придать всему этому, ну, скажем, Болотная площадь. Да? По-настоящему важные события происходят не на Болотной площади, где будут выступать либеральные вожди. Они происходят здесь, на улице, где собирается московская масса, собирается толпа, собирается народ. И это начало совершенно других событий, которые выйдут далеко за пределы всех этих митингов на Болотной площади. Надо быть активнее. К сожалению, сейчас гегемония в протестах захвачена либералами и националистами. Необходимо вносить в движение социальные революционные составляющие, выдвигать идею самоуправления, поднимать реально актуальные социальные проблемы. Страна несколько изменилась после декабрьских протестов, но более серьезная волна выступлений будет после того, как начнется новая волна либеральных реформ, которая неизбежно будет летом. Я думаю, что это может вызвать новую волну сопротивления, уже более глубокую и более решительную.